Во Дворце независимости продолжил свою работу пятый съезд лидеров мировых и традиционных религий. Делегаты съезда разделились на секции, чтобы более глубже обсудить проблемы сосуществования религии. Верховный муфтий Ержан Кажы Малгажыулы также выступил с содержательным докладом. Мнений было много, но все лидеры сошлись на одном, что необходимо сообща искать пути решения глобальных конфликтов посредством диалога. Ираннан келген, тағы басқа елдерден келген ғалымдардың барлығының сөзі, Европадан келген басқа дін өкілдерінің ғалымдарының бәрінің сөзі бір жерден шығады. Неге? Өйткені бүгін әлемде тынышсыздық, сол тынышсыздықты қалпына келтіретін осы тағы да дін деді. Таким образом, завершил свою работу пятый съезд лидеров мировых и традиционных религий, по итогам которого была принята декларация.